В Алматы в Центральном выставочном зале музея имени Костеева прошла выставка известного фотографа и издателя Фархата Кабдыкаирова. В экспозиции было представлено более 120 работ, сделанных за 20 лет творчества фотохудожника. Есть фотографии, которые я, допустим, снимал в течение 6 часов. То есть вот совсем недавно мы ездили в Кенчиктау и там фотографировали. У меня была давнейшая идея, то есть я много раз там бывал, но специально поехали на ночную съемку. Поднимались часа 4 туда, на самый верх. Потом сняли кадр сначала звезды, потом лунный свет, который освещал пейзаж. И в конце концов закончили тем, что сняли уже рассветный свет. И все это смикшировалось, и получилась такая готовая фотография. На выставке можно увидеть, насколько многообразна природа Казахстана. Красоты Алтая, космические пейзажи Устюрта, бескрайние степи Южного края. В коллекции фотографа отражены все регионы нашей необъятной страны. Уникальное качество Фархата в том, что он видит кадр, он очень хорошо владеет техникой, он понимает искусство, и его фотографии – это действительно не просто кадры, это действительно шедевры, это фотошедевры, это фотокартины.